Так, сейчас мы поддерживаем нашу хорошую традицию ездить пить кофе на разных ретро-автомобилях. Сегодня это у нас ЗИЛ-164. Лё! Заводится легко. Манометр показывает шестерочку. Значит, можно ехать. Тормоза в нем пневматические. Я считаю, что это плюс, потому что они очень легкие. Не надо прилагать особых усилий, чтобы остановить машину. И вот приехали. Вот так выглядит наш красавец 164А. Машина всю жизнь проработала в киевском тресте, также подрабатывала на уборках урожая.